Привет всем любителям кино! «Миномата» — фильм об экологической катастрофе и о борьбе активистов против большой корпорации. Также это артхаус, который многим будет интересен только благодаря главной роли Джонни Деппа. И то, каким получился этот фильм, ответят критики. Владислав Шуравин, Film.ru, оценка 6 из 10. Как киностатья, «Миномата» безусловно хороша. Тяжелый путь Юджина Смита воспроизведен с мельчайшими подробностями. Настолько дотошно, что иногда в этом сюжете, прямо следующем по хронологии реальных событий, не хватает воздуха при украшивании, выдумке, если угодно. Дмитрий Евстратов, «Тайм-аут», оценка 3 балла из 5. «Миномата» смотрится как публицистический взгляд на исторический процесс. Своего рода визуализированная статья, не слишком дотошно включенная в исследуемую проблему и сопровождаемая говорящими снимками. Иногда лента перестает быть сбалансированной, чересчур зацикливаясь на главном герое и забывая уделять внимание экологической катастрофе. А сквозь снимки Юджина Смита в «Миномате» виден скорее сам Смит, нежели судьбы тех, кого он снимал. Нина Рамадановская, «Профисинема», оценка так себе. Левитас, режиссер фильма, рассказывает по-настоящему важную и захватывающую историю, но при этом использует массу жанровых клише, которые плохо служат той истине, которую он пытается воссоздать на экране. Тамара Ходова, «ТАСС», оценка так себе. Благородные намерения режиссера напрочь перекрывает отсутствие у него чувства вкуса и хоть какой-либо меры. Пошлость и пафос, так же как и ртуть в живых организмах, имеют в фильме накопительный эффект, который легко можно измерять под Джонни Деппу. Дмитрий Барченков, Forbes, оценка хорошо. Конечно, от «Миноматы» хочется съежиться, укрыться, но влюбляет в себя фильм не заставляющим трепетать содержанием, а необузданной, даже новаторской формой. Фильм часто превращается в черно-белую фотографию, а монтаж характерен скорее не для социально-политической драмы, а для молодежного триллера. Анна Янтикова, кинорепортер, оценка хорошо. Из-за неспешного темпа и печального, слегка абсурдистского юмора «Миномата» не выглядит тяжеловесной и претенциозной драмой. Каковой она могла бы быть, встань у руля другой режиссер. Выразительность и деликатность при этом никуда не деваются. Обыденный ужас, с которым люди сталкиваются день за днем, показан и без преуменьшений, и без прикрас. Что ж, оценки критиков достаточно средние, но идти или не идти на этот фильм в кино решать только вам. С вами был Кинодиван, понравилось видео, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал, будет много интересного.